Вашему вниманию предлагается велосипед Stealth 420. Как видите, он занимает совсем немного места, может храниться в сложенном виде на балконе. Вот, продается в связи с тем, что ребенок уже вырос, купили новый велосипед, вот этот решили продать. В принципе, на нем может кататься человек с ростом 145-160 сантиметров. Вот здесь задний ножной тормоз, почему брали его, я привык с детства именно ногами тормозить, но есть и передний ручной тормоз. Вот, есть уже отражатели все, естественно, все абсолютно исправно. Ну, ребенок совсем мало катался, потому что на лето отправляли к бабушке в другой город без велосипеда. Вот, поэтому рекомендую вам к вам покупки. Здесь удобная регулировка сидений по высоте, подпружиненное седло. Вот, и самое главное, складной. То есть можно его и в лифт положить с собой, быстро спустить, поднять. И в багажник машины очень хорошо помещается. Несколько раз его на дачу возили. Вот. Ну, может быть, немножко тяжеловат, но за такую цену, всего 4000 рублей, я думаю, это самый оптимальный вариант. И на багажник кого-нибудь можно посадить.